Первый браузер. Всем привет. Предлагаю вашему вниманию браузер на движке WebKit. Первый браузер. У этого браузера есть встроенный медиазагрузчик, с помощью которого можно скачивать видео с YouTube, музыку скачивать с различных сайтов. Переходим на официальный сайт. Ссылку я оставлю в описании. Нажимаем кнопку Get Started Now. Здесь снимаем галочку, по умолчанию браузер, не будем его ставить. Нажимаем Download, Install. Если загрузка не началась, кликните здесь. Скачался. Закрываем браузер. Запускаем двумя кликами установщик. Запускается установщик. Запускается браузер, автоматически устанавливается, можно развернуть, вот в черном виде, можно здесь развернуть, прямоугольничек нажать. Устанавливается вот YouTube, Facebook. Если вы включите анчеки, я думаю, эти опции не установятся, но их можно просто правой кнопкой удалить, если вам не нужны. Автоматически импортируются закладки из другого браузера, в частности из Google Chrome. Здесь игры, персонализация, медиазагрузчик. Нажимаем настройки и управление. Настройки. Здесь стандартные настройки Chrome, ранее открытые вкладки, заданные страницы, можно добавить. Допустим, вот копируем из закладок и сюда вставляем. Нажимаем ОК. Будет открываться заданная страница. Показать главную страницу. Можно убрать галочку. Выбрать тему можно. Ну давайте вот такую серую классическую. Вместо синей серенькую. Установить нажимаем. Добавлено. Поменялась вот серенькая такая тема. Стала. Закрываем магазин. Дальше. Поиск. Можно Яндекс, можно Google выбрать. Просмотр в гостевом режиме. Нажимаем показать дополнительные настройки. Можно здесь поставить галочку «Защитите свое устройство от опасных сайтов». Здесь можно покрупнее поставить. От опасных сайтов, что галочка не ставится. Предлагать перевод страниц я убираю. Скачиваемые файлы изменить можно. Выбрать папку, куда будете скачивать загруженные файлы. Сохранять. Вот здесь обязательно галочки снимайте. Разрешить там рекламу показывать, приложение. И вот это основная, вот обратите внимание, рестарт. То есть запускать браузер вместе с компьютером. Это вообще глупость, я считаю. Обязательно вот это рестарт автоматически. Вот это обратите внимание. Посмотрим расширение. Отсутствует. История. Можно очистить кэш, куки. Нажимаем. За все время. Пароли не ставим, данные это заполнение не ставим. Здесь ставим и здесь ставим. Очистить историю. Нажимаем. Все, история очистилась. В принципе, настройки все. Если кликнуть два раза по вот этим кнопкам, давайте кликнем YouTube, открывается страница YouTube в этом же браузере. А здесь Facebook, открывается страница Facebook в браузере, в первом браузере. Просто берем, кликаем правой кнопкой, удалить, если это вам не нужно. Правой кнопкой удалить.
Все. В принципе, можно YouTube и Facebook закладки здесь делать и пользоваться. Чем хорош этот браузер? Вот на YouTube, вот загрузчик этот, медиазагрузчик. Вот смотрите, на YouTube появляется, вот кнопочка такая появляется при просмотре. Вот вы можете нажать на нее, загрузить видео, загрузить аудио. Нажимаем. И пошла внизу загрузка у меня. Вот, загрузка идет. В общем, это хорошо, я считаю. Достоинство браузера. Вот такой вот первый браузер. Пишите отзывы об этом браузере, кто пользовался. Замечания, пожелания пишите в комментарии. Задавайте вопросы в комментариях. Ставьте нравится, палец вверх, если понравилось это видео. Или палец вниз, если видео не понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всего доброго, удачи, до свидания.